13-й гимназии проходит военно-патриотический месячник. В его рамках организовали музыкальные перемены. На протяжении нескольких дней ученики и педагоги школы исполняли военные песни в рекреациях. Это идея молодых педагогов-организаторов. Давайте сделаем наши молодые педагоги-организаторы, наши выпускники в прошлом, Алина Владимировна в частности, а давайте мы сделаем перемены. То есть вот не будем выбирать время, допустим, потому что все-таки уроки, которые нам приходилось тут переводить на дистанционный формат, и кто-то пропускал, ну, то есть хотелось бы, чтобы учебный процесс не был затронут как таковой, поэтому мы приняли решение, вернее, их была идея. В школе обучается 840 детей, работает больше 50 учителей. Для ребят проводят различные акции, веселые старты, часы общения и многое другое. В скором времени старшеклассники примут участие в военно-патриотической игре «Снежный десант».